Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. И сейчас я покажу вам аутфит, в котором я собираюсь идти. Вот так вот, значит, подробнее. Это из морского, знаете, это цвет необыкновенный, изумрудный. Даже присутствует морская волна. Такой вот, как бы пиджачок, не пиджачок, но он легкий пиджак. И сбоку завязывается. Вообще очень длинный пояс, широкий. Я его в два раза обвязываю вокруг. Здесь запах с запахом. И получается вот так, если сбоку. Вот такой вот пиджачок. Немножечко расширенные рукава, чуть-чуть. Вот, видите? Цвет необыкновенный, честно говоря. Это у меня... Видите, вот такой вот кристалл. Кристалл, который подарила мне, благословила когда-то моя интернет-сестренка Наташенька. Наташеньке привет! Сегодня я именно вот этот вот чопарт буду использовать, наносить на себя. Запах, аромат необыкновенный. Последнее время это зимний аромат, я это поняла, потому что зимой он раскрывается необыкновенно. И мне... Очень многие делают комплименты именно вот на этот аромат. Это мой аромат. Но он именно на мне раскрывается зимой. Необыкновенно. Так, обувь. Ну, обувь у меня вот такие ботильончики. Я вам уже их показывала подробно. Вот такие шерстяные у меня штанишки. Я обычно их зимой часто ношу. С ботильончиками смотрится изумительно. И такое получается смешение стилей. Очень интересно. Дальше. Здесь у меня волосы убраны назад. Теперь, что у меня из украшений? Из украшений одна из последних покупок. Это вот мой муж мне подарил на... Как раз это была покупка на Николая, по-моему, да, он мне подарил. Вот, посмотрите, вот это вот колечко необыкновенное. Это кораллы в серебре, коралл в виде розы, и две жемчужинки. И такое оно массивное-массивное серебряное колечко. Почему я его выбрала? Потому что у меня вот здесь, у меня точно такой кулон был когда-то куплен с кораллами и с двумя жемчужинками. Дальше. Здесь на мне вот такое украшение. Видите, жемчуга, жемчуга, жемчуга. Это я сама делала. Оно вообще-то очень длинное. Я его в два раза складываю, поскольку у меня еще одно хобби есть. Это я делаю украшения. То дизайнер Кэтрин Докс. Вот такое вот. Тоже здесь жемчужинки. И сережки. Я не знаю, сережки, наверное, их не видно. Может быть, я потом еще отдельно покажу сережки. Это от Ив Роше когда-то мне присылала настоящие из черного жемчуга серьги, но не серебряные. Так, вот, пожалуй, и все. Одену пальтишко и пойду. Вот такой вот аутфит. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Рождественского вам настроения, любви. Пусть вас Господь одарит в эти праздники подарками, благословениями, дарами, а самое главное, радостью и здоровьем. Пока-пока, люблю вас.